Замет бесплатно. Вот можешь положить. Вон бабушка. Никит. Православная церковь. Не важно, слово Божие. Читайте. Видно? Возьмете? У меня денег нет. А это бесплатно? Там телефоны есть у нас, если что, звоните. Помоги Господу. Богом веруйте в Иисуса Христа всем сердцем. Православная церковь. Возьмите, может, бесплатно подарок. Слова Христа. Вера Божья. Православный сайт возьмите. Православная церковь, сайт. Со всех сторон. Мужчина, мусульманин. Это Евангелие. Сайт православной церкви. Веруйте в Иисуса Христа, у нас спасение. Православная церковь, поглядите, все слова Христа вечной жизни бесплатно. Есть, да? Православная церковь, да. Веруйте в Иисуса Христа, у нас спаситель. От грехов и смерти. Евангелие, все слова Христа вечной жизни. Я неверующий. А что ж, так надо быть верующим. Мы как раз к неверующим и пришли. Мы с тобой уже давно бородатые. Я вижу, да, вы бородатые. Надо растить бороду. В Библии написано. Господь-то пришел к грешникам, а не праведникам. Господь Иисус Христос пришел к грешникам, а не праведникам. Мы все грешны перед Богом, к вам обращаться через Слово Свое. Заходите, пожалуйста. Да, конечно, читайте Слово Божие. Нет. Зря вы. Вечность впереди.
православная церковь. Евангелие, все слова Христа о вечной жизни. Поглядите, какой хороший шрифт. Чтобы вы читали, веровали и были в Царстве Небесном. Там наш сайт, телефоны. Помоги Господи. Звоните на занятия. Ходите. Читали? Читаете? Кто за жизнь? Спасти душу свою для вечности. Правильно, скажу так. Любви к Богу. Бога, понял? Помните? А вы знаете, что читали Евангелие? Да, по-разному. Да. Читайте Евангелие, что читаете? Проповедуйте Христа. Православная церковь приходит или нет? Вы говорите, да. Да. Зачем ты? Зачем идешь? Я тут здесь еще. Зачем? Я тут работаю, понимаешь? Говори, не кричи. Все такое. Сказано, ты поговори с ним хотя бы. Нет, я все слышали. Не кричи. А, ты говори тут. Говорю. Протестант. А? Протестант. Он протестант просто. Он говорит, что ты кричишь, давай поговорим, а ты продолжай. Как тот этот? Православный идет. Кто кто сидит? Вон, народ. Протестант, он Игорь. Знает. А, он все. Сзади. Святой Евангелие. Косяком отходит. Православный еврейский знает. Кто Евангелие? Православная церковь, сайт. Слава Божие, дитя. Кто Евангелие? Да, да, так, слава Божие, куда? Сайт, сайт православная церковь. Только Христос предлагает вечную жизнь. Почитайте, о чем он пишет. Помоги Господи. Вернее, за него пишет. Он говорит. Между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший тебя для спасения всех. Святой Евангелие. Восславный будет осужден. Слава Христу! Аллилуйя! Христе, что во Христе, исследуйте Слово Божие, дабы уверовать во Христа, покаяться во грехах. Посетите сайт, будете иметь общение с Богом напрямую, через Его Слово Святое. Как зато пришел Сын Божий, чтобы уничтожить дела дьявола. Дьявол повержен во прах.
Бога тот, где прикасается, тот, кто повреждён. Кто хранит себя от дьявола? Рожденный от Бога, а вот и но рожден от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Помоги Господи вам. Там жить хороший. Господь наш Спаситель Иисус Христос. Христос. Во мраке этого греха. Оно откроет вам глаза. Оно откроет вам очи сердца. Слово Божие вернет вас в жизнь. Он воскресит вас из мертвых. Иисус Христос сказал. Для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Там на Голгофе Христос победил дьявол. На Голгофе поверг дьявола в прах. Дьявол побежден. Зачем служить побежденному сатане? Зачем служить дьяволу, если он проиграл? Если он побежден, зачем служить проигравшему? Нужно быть со Христом. Ибо такова воля Божия быть с ним. Без всякое разумение. Все полнота жизни во Христе. Вся любовь, вся доброта, сострадание, милосердие во Христе. Лишь Христос может вам дать чувствование во Христе. Ибо у вас должны быть те же чувствования, что во Христе. Те же чувствования во Христе. Нет больше любви той, чем если человек положит душу свою за близких своих. Да ты так, что ты мечешь? Сань, принеси все мои грехи свои. Ты закрой мне вас, ты живи разделение между вами и Богом вашим. Христос, иди тогда, ты за Бога бы человек. Сайт, православная церковь. Православная церковь. Все слова Христа вечно. Подарок. Смотрите в души. Веруйте во Христа, вы спасите наши. Надо, что тут толп. На сайт зале? Возьмите сайт. Заходите, помоги Господи вам. Христос всех призывает к себе. Любовь Божия. Святой Евангелие. Потом. Не спорь. О, Родси, как надменны глаза его. Возьмите, смотрите, это не жизнь, это смерть. Возьмите все слова Христа. Не надо, не надо. Не надо? Ясно. Помоги Бог. Трудитесь над душой своей, чтобы спасти жизнь. А как дети причастны плоти и крови, значит Христос воспринял оное, чтобы смерть лишить силы не избежал смерти дьявола. Хотя он поверит на брат. Не видишь, что ты не
свое Евангелие. Евангелие Иисуса Христа, Господа нас. Слово Божие. Подарок Евангелия, все слова Христа вечной жизни. Все слова Христа. Как избавиться от греха, как будто жить во грехе. Христа. Святое Евангелие. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Христа. Слава Христу. Святое Евангелие Господа нас. И тут аудио Библия. Священное Писание Нового Завета. Вот Господь запишет Новый Завет в мире. Мы спасаемся не кровью Христовой Ангелы, а кровью Иисуса Христа. Он отвечает все грехи. Так, вам визитку давали наш? А? Визитку давали нам? Вот, возьмите. Задумайте спасение души и вечности. Здесь у нас православный сайт, форум и на ютубе канал есть. Заходите. Бог помощь. Святое Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Иисус Христос. Иисус Христос, хороший. Прямо сегодня. Зачем откладывать на завтра? Прямо сегодня. Покайтесь перед Господом, чтобы иметь жизнь вечную. Святое Евангелие Господу нашего Иисуса Христа. Слово Божие, живое действие, настрее всякого меча будет доволен. Ибо оно проникает в разделение души и духа, состава под ушком. Иисус помышление, намерение, Святое Евангелие Господу. Благословен Господь. Благословен Господь наш Иисус Христос, ибо велика милость Его. Ибо Господь благ, и велика милость Господа нашего. Ибо Господь на среде перед Богом и человеком. Благословен Господь. Иисуса Христа Господа нашего. Ибо Он умер за грехи наши. Мучил за беззаконие наше. Можно у вас одну? Спасибо, Господи. Откройте уши к благословению. Откройте сердца к покаянию сегодня. Раскройтесь перед Господом. Что ты медишь? Покайся. И крести своим Иисуса Христа для спасения души. Ибо сатана повержен в прах. Сатана не имеет силы. Сатана побежден. Но лишь силой Христа. И укрепчается кровью, мы можем бороться с грехом. Чрево завет его крови. Отмечу плоти и крови, так и Господь воспринял оно. Дабы смертью лишить силы, имея держащий смерть. То есть дьявола. Борис дьявола с помощью Христа. Убеждай дьявола. Не уступай. Святое Евангелие. Благословен Господь, дарует нам спасение. Ибо Иисус, Иисус Христос сказал, истинно говорю вам, кто не родится свыше, не может видеть Царство Небесного. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо делающий зло не идет в свет, чтобы не были явлены дела. Вместо веры безумных два. Ибо дьявол веру не трепещет. Но не таковы истинные христиане. Это Евангелие Иисуса Христа. Слово Божие. Слава Христу. Аминь. Святое благовествование Христа. Он открыл нам Слово Свое в своем сыне единородном. Человеческое, а традиция отлучит.
Грозен Господь в суде своем. Грозен. Веруйте во Христа. Что ты нормально? Святой Евангелие. Что ты Господа? Для того пришел Сын Человеческий, чтобы победить дела дьявола. И силой Христа победить дьявола. Кровью мы искуплены. Кровью Иисуса Христа, вот мы чисто кровью мы спасены. Кровью Иисуса Христа мы спасены. Пока Бог возлюбил мир, то отошли на своего недорожного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто не во Христе, не имеет жизни вечной. Кто не во Христе, не спасется. Кто во Христа не верит, то будет в жизни вечной. Да. Верующего Христа не спасет. Ничто нечистое не спасет. Никто не спасется без Христа. Никто не будет иметь жизнь вечную без Христа. Никто без его крови не будет спасен. Никто не спасется без крови Христа. Святой Евангелие православное. Ничто нечистое не спасется. Вот ибо свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, ибо дела их были злы, ибо дела ваши злы, если вы не со Христом. Вам не стыдно, вам не стало грешить, вам не пристало заниматься беззаконием, а не пристало прелюбодействовать при Господа. Но дружба с миром не страшна против Бога. Но дружба с миром не страшна против Бога. Прелюбодеи, прелюбодейцы Царства Небесного не наследуют. Будет истинно рожден и свыше, а придет свобода во Христе. Христос учит познать. Познайте истину. И истина сделает вас свободным. Христос учит, я есть путь, истина и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь, учит Христос. Избери благословение. Избери благословение. Изучая Слово Божие. Слово Божие даст вам благословение. Потому что верующий в Сына имеет безгрешность. Кто будет веровать и креститься, будет спасен. А кто не будет веровать, будет осужден. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Исполнилось время, приблизилось Царство. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Истинно Слово живого Бога. Иисус Христос! Иисус Христос, истинный наш Спаситель. Он был мучен за беззаконие наше, умерщвлен за грехи наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами Христа мы исцелились. Ранами Иисуса Христа мы обрели спасение. Я тут пришел в Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всех нечестивцев. Святой Евангелие. Это истинно Слово Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ибо ныне день спасения. Ныне день спасения. Откройте уши ваши, чтобы услышать вечные слова Христа. Ибо вера от слышания. Слышали же Слово Божие, истинно Слово Божие. Слово Божие живо и действует. И острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов. И суть помышления, намерений сердечных. Какие ваши намерения? На зло ли во благо? Господь исправит ваши намерения на благо. Призовите Господа. Сегодня день призвать Господа. Сейчас. Сейчас призовите Господа. Прямо сейчас. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Христос умер за все грехи наши. Христос умер за всякий грех. За всякий любой грех Христос умер. Но Он только ждет нашего обращения. Нашего искреннего покаяния. Кто так Христос возлюбил?
что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Неверующий не увидит жизни вечной. Не увидит. Лишь только верующего Христа увидит спасение. Потому что неверующий Бога уже осужден. Неверующий Бога уже осужден. Неверующего Христа уже осужден на вечную муку. Да не исполнит книга закона от уст твоих. Получайте все книги день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях и будешь поступать благоразумно. Благоразумно. Не валяться в грехе. Не служить дьяволу, но служить Христу. Жить в Святом Духе. Родиться свыше. Кто не родится свыше, не может родиться. Всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Свет пришел в мир. Свет. Иисус Христос, истинный свет пришел в мир. Но люди более в это переспомнили свет. Почему люди возлюбили тьму? Потому что дела их были злые. Делающий добро, зло, не идет в свет. Ничего страшного. Какое благословение Христа. Сегодня вы слышите слова Христа вечной жизни. Сегодня можете прийти ко Христу. Сегодня вы можете прийти ко Христу и покаяться. Прямо сегодня вы можете прийти ко Христу. Придите ко мне все, друзья, все приведенные.